Очередная посылка. Сразу скажу, Савита. А что там, не скажу. Сейчас посмотрим. Так. Мотор. Тур-2. Педаль. Тур-2. Выпуск. Выпуск. А где год? Угу. Ну, это же еще не все. Двигатель. FDM. Отличный движок. Педаль электронная. Все новенькое. Вот это, по крайней мере. Но это новенькое не может быть по умолчанию. Так, тут вот что. При транспортировке выпал. Ну, это я сейчас соберу. А вот уже все. Тут, наверное, винт ослаб просто надо. Так, сейчас посмотрим на предмет работоспособности. Так, а вот здесь что-то стряхнуло. Ну, конечно. Я думаю, что такое? Привод ремонтировали. Ну, ладно. А привод потрудился. Тут надо все открывать, высыпать, чистить. Я пока сейчас добавлю штук несколько. Но левый реостат надо перебирать. Главное, движок рабочий. Восстановить педаль — это дело техники. Надо будет капитально перебирать с заменой вот этого толкателя, он там вообще никакой. И пластину вот эту медную тоже паять. Так, а что у нас? Второй-то вообще с нуля. О, так тут еще заводская. Заводская. Ну, за эти деньги нормально. Это я натуры сильно не надеялся. Брал под восстановление. Ну, а этот FDM должен быть в рабочем, хорошем состоянии. Впрочем, подключаем. О, вообще песня. Вот, чуть-чуть жму. Отлично. FDM — это тот же UDK. Японский, только сделанный в Китае. Ну, такой мотор вот в магазине стоит где-то вот у нас, я смотрел, где-то 1004, наверное. Вот это все вместе я купил за 1200. Ну, плюс там пересылка 200 с чем-то. Ну, грубо говоря, за 1500. Так что я считаю, это очень недорого. Ладно. Видео потом я, возможно, сделаю о восстановлении вот этой педали. А пока все.